Татьяна Боярчук признается, приглашение посетить сервисный центр «Белтелеком» для нее оказалось полной неожиданностью. Но общаться Татьяна любит, а потому вместе с дочкой отозвалась на него и не пожалела об этом. Именно кабринчанка, фельдшер по профессии Татьяна Боярчук, стала 300-тысячным абонентом интерактивного телевидения зала в Брестской области. Даже не думала об этом. Я пришла совершенно случайно. Я узнала просто от знакомых, что есть очень выгодное здесь подключение. Шла мимо. И зашла поинтересоваться. И настолько меня заинтересовали, как-то так мне до этого донесли все, что мне захотелось подключиться. Это вы говорите про Ясно? Да, Ясно 100. Да, я подошла и просто поинтересовалась. И они мне так все красиво рассказали, экономно, выгодно. Я решила стать абонентом. У нас появился 300-тысячный абонент интерактивного телевидения зала, и он появился именно в Кобрине. У нас более 20 тысяч абонентов интерактивного телевидения зала по Кобринскому району. Это и город, и село. И зона покрытия этой услугой у нас постоянно увеличивается. И в этом году мы сможем в небольших населенных пунктах предоставлять эту услугу. И на следующий год в планах у нас то же самое в населенные пункты от 50 до 100 дворов обхватить этой услугой. В канун 8 марта Татьяну Боярчук поздравила руководство компании, поблагодарив за выбор и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. А подарком для кабринчанки стал сертификат на бесплатное пользование в течение года пакетом «Ясно 100», включающим в себя услуги интерактивного телевидения. А это более 120 телеканалов. Интернет на скорости до 100 мегабит в секунду. Доступ к общественным точкам Wi-Fi, безлимитные звонки в сети «Белтелеком», услугу «Клип». Пока только изучаю все это, но мне это очень нравится. Очень нравится то, что вот можно переключить прошлые передачи, на паузу поставить, уйти, рекламу пропустить даже это. То есть очень удобно, очень хорошо. Интернет, музыка, телевидение, без этого никуда. Для нас, как компании, как провайдера, очень... Ну, как сказать, после услуги Байфлай, наверное, телевидение зал для нас услуга номер два, которой мы уделяем в последнее время особое внимание. Да, вы были правы, мы объединили все наши услуги в один пакет услуг, торговая марка «Ясно», и сейчас мы продвигаем этот пакет. Получается, в принципе, довольно хорошо. Над качеством работаем мы постоянно. По поводу там, замечаний, предложений, хочу сказать такое, что мы в последнее время замечаем сокращение таких обращений в связи с тем, что развитие сетей связи, в частности там в Кобрине и вообще в Брестской области, способствует развитию оптоволоконных линий связи. К интерактивному телевидению зала за неполных 10 лет в Брестской области подключилось 300 тысяч семей. Особо востребован сегодня бренд компании «Белтелеком Ясно», который был представлен белорусам в 2016 году. Стоит отметить, что Кобрин по количеству подключившихся находится в числе лидеров. Именно здесь чествовали 100-тысячного и 250-тысячного подключившегося абонента. Совсем скоро «Белтелеком» предложит белорусам и новую услугу. Да, есть у нас несколько проектов. Один из них внедряется буквально через месяц, через два. Это услуга «Видеоконтроль». По-простому говоря, видеонаблюдение как для юридических лиц, то есть офисов, компаний, складов, так и для физических лиц. Имеется в виду многоквартирные дома с установкой видеокамер в подъездах, с видом на детские площадки, на автостоянки, ну, в общем, там, где это необходимо. А в канун 8 марта мужчины «Белтелекома» поздравили всю прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Хочу поздравить всех женщин с этим светлым днем, пожелать крепкого здоровья, счастья, женской красоты, любви, долголетия, исполнения всех желаний. Пускай будет поменьше у вас хлопот, все у вас получается и хорошего вам настроения. А для того, чтобы это все у вас получалось, нам нужно здоровье. Поэтому здоровья вам, милые дамы. Всего хорошего. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ».